Всем привет! В этом видео хочу показать, как я готовлю вот такие противотуманки к зиме. Фары, противотуманки, все. Стекло, пластик, в общем-то, неважно. Это пластик. Видно, что он запискоструен так, что уже не просвечивает ничего. Скоро зима, и это уже будет очень плохо светить. Скорее будет слепить даже встречных, чем освещать дорогу. Первым делом все это протираем от всей грязи. Полностью надо вытереть. Одной рукой неудобно, но я главное суть покажу. Все, я протер, сейчас еще получше протру. Так, вот он ее протер, и сразу видно, какой был вот по краям пластик и какой стал со временем. Так, дальше берем шкурку 320 и начинаем, прям не боясь, вот это все шкурить. Вот я пошкурил основную, раковину убрал, вот эти остались. Но это тоже можно убрать. Можно 150-180 шкуркой пройти. Потом также 320 после нее. Сейчас я 320 прошел, буду 600. Шкурить буду по-мокрому. Сейчас пошкурю, покажу, что получится после 600. Все, я прошел 600 шкуркой. Сейчас еще 1000 пройду и будем наносить уже защитный слой. Все, вот я прошел 1000 шкуркой. Некоторые раковины остались, как видно. Сейчас главное из них вычистить растворителем, обезжиривателем, чем угодно, спиртом, всю грязь, чтобы там в этих раковинах ничего не осталось, по возможности. Я, конечно, просто показываю, как это делать. Можно было и лучше все это убрать, все эти раковины. Но сейчас посмотрим, как получится. Итак. Все, поверхность очищена, обезжирена. Теперь надо постараться поставить горизонтально, чтобы вот эта поверхность была. Ну, не прям по уровню, но так, относительно. Все, я поставил горизонтально. Теперь сейчас беру баллончик с лаком. Вот он, лак прозрачный, любой фирмы. Сейчас я его взболтаю. И можно красить вот эту поверхность. Да, ребят, если кто-то скажет, что я при покраске покрашу табуретку и стену, то, ребят, эти табуретки на выброс у меня готовятся, и стены тоже переделывать буду. Все, сейчас до конца взболтаю баллончик и красить. Ребят, всегда следуйте инструкции на баллончике. Если написано распылять на расстоянии 30 сантиметров или 15, распыляйте на этого расстояния. Все, крашу. Все, вот она. Сейчас чуть схватится. И сделаю, как на баллоне написано, спустя 10 минут еще нанести один слой. Ну, уже видно, какая прозрачность стала. Сейчас подождем и еще нанесу слой. Так, вот 5 минут прошло, лак уже заполнил или начал заполнять уже все микро трещинки, царапинки, все, которые после шкурки остались. Раковины пытается тоже может заполнить. Посмотрим, как сейчас получится. Ребят, не пытайтесь сразу много нанести. Во-первых, может потечь, может пожелтеть лак. Будет не очень хорошо. Все надо делать вовремя, так скажем. Слой прошли пару раз. Все, ждете, пока сохнет. Хотите побольше слой, все равно минут 5-10 ждите и еще раз делайте. Все, у меня минут 10 прошло. Можно бахнуть еще слой. Конечно, раковинка осталась. Вот она переливается, видно.
Сейчас посмотрим в итоге. Наверное, дам еще один слой. Сейчас подсохнет минут 10. И дам еще слой. Все, второй слой тоже подсох. Сейчас я бахну еще третий слой, уже без камеры, чтобы поаккуратнее нанести. И пусть сохнет. Все, третий слой я уже налил. И видно, что раковины, вот они, переливаться начали меньше становиться. Сейчас, может, даже еще один слой дам, чтобы вообще их залить. Все равно надо подождать минут 5-10. Все, жду. Так, все, слой высох. Пока слой сох, я посмотрел в интернете по ВИН-коду, сколько новая такая стоит. Новая стоит где-то в Москве от 3000. Можно найти новую, кому не подошло, ворованную или что-то такое, за 2000. Я никого не призываю покупать ворованные вещи, просто они продаются. Бэушная стоит на Авито около 500 рублей, но у нее стекло, вот это, такое же, как и было до того, как вот я начал вот это все шкурить. В общем, тоже такая же посеченная. То есть шило на мыло. Так что вот так. Тут я потратил на шкурку максимум 100 рублей, баллончик около 200. Лак любой, который для автомобилей. Бесцветный, который не матовый, а именно бесцветный, глянцевый. Вот, сейчас еще слой дам и посмотрим, что получится. Вот еще один слой я нанес, и раковины практически все пропали. Вообще, как новое стекло практически стало, чуть-чуть переливается. Не знаю, делать или еще один слой. Сейчас посмотрим, как высохнет. Может, даже еще сделаю один слой. Но это уже будет конечный слой, последний. Все, жду. Так вот, все, слой закристаллизовался. Видно, что изнутри кто-то пытался протирать ее уже. Разбирал, наверное, предыдущий хозяин. Вот, видно, что я чуть-чуть переборщил. Видите, белое. Но этого видно не будет. Фара та же, вот она. Старая фара, грязная. Выглядит как новая. Сейчас я покажу, как... Вот как выглядела старая. И вот как выглядела новая. Разница огромная. Сейчас я поставлю ее на машину и покажу, как на машине выглядит. Разница какая в сравнении со старой. С правой, которая стоит вся такая побитая. И левой, которую вот я вот так восстановил. Вот она восстановлена, выглядит как новая. Ну вот старая посеченная как выглядит. Ну как та раньше. Сейчас уже по-другому все. Вот сразу видно, что она светит, а не слепит, как старая. Она освещает перед тобой. Вот, ничего сложного нету. Каждый может с этим справиться. Цена вопроса 300 рублей. Это хватит на противотуманки и фары. Если кто-то хочет увидеть, как фары, напишите, я покажу, как сделать фары также. Там надо более мелкой шкуркой, потому что там нет таких рытвин. Потому что противотуманки практически все собирают, что снизу летит. Фары меньше собирают. Вот. Кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем успехов и удачи на дорогах.